чемпион мира по рукопашному бою, чемпион мира по боевому самбо, представляет клуб Усман Умар. Это его дебют в октагоне. Тренер Атакулов Тарел. Из Кыргызстана Алымбек Темиров. И уже перед в красном углу. Кандидат мастера спорта по боевому самбо, представляет клуб Нурсай. Тренер Эргиш Адастан из Кыргызстана. Тулубой Улулу Асамбай. Рефери Владимир Балалов. Поясняю, Стрижан, пожали руки. Внимательно слушаем моей команды, правую не нарушаем. Головой и локтем в голову не бьем. Затылок, позвоночник, в пах не бьем. Коленом в голову работаем, только в стойке. Заседка, перчатки, шорты не хватаем. Покажите красивый бой. Thank you.